Госдума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, во втором и третьем чтении приняла законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том числе несовершеннолетним. Согласно документу, оптовая и розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 150 тысяч рублей. Также была одобрена поправка, согласно которой продажа несовершеннолетнему насвая и снюса влечет за собой штраф для граждан в размере до 40 тысяч рублей, для должностных лиц до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц до 300 тысяч рублей.